Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение ФФА-сериала на восьмерых Sid Meier's Civilization 6, в котором я играю за Польшу. Если вы смотрите не сначала, то рекомендую перейти к первой серии. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Алексей, так ты меня так и не нашел? Ну как ты думаешь? Нашел Invictus, блин. Видишь, уже торгуем с тобой. Блин, чё медленно тут строится всё так? Ещё я не ускорил, да? Или ускорил? Реформация ускорен. Наемники, да, все. Больше юнитов можно не строить. Только у меня или у всех начало подлагивать? Выйди в 3D. Я имею в виду подлагивать именно в том плане, что с задержкой очень ходы идут. Не знаю, я могу. Надо плыть, апать каравеллы домой. Инвиктус, а у тебя на берегу... А, вон я тебя вижу. Все, я тебя встретил. Может быть. Возрадуемся. Братья и сестры. Зачем ты мне нужен, если тебя нету с чем со мной торговать? Будет, не волнуйся. Не все сразу. Да, я, наверное, вот тут поставлю и тут. У вас тут интересно. Ты прям рядом, Лёш, вообще. Повоюем? Не. Не, мог бы, конечно. О! Вот. Прощай, дорогой друг. Что случилось? Меня дисконнектнуло. Большой. Так. Ямай. В общем, андетка, госслужба открыта. Когда союз там? Ну, у меня тоже она через на следующий ход откроется. Здорово. Блин, это я тут полчасика без звука поиграю, если что, в чат пишите. А у тебя скоро мушкетеры отстек? Ну, относительно, да. Ну, вообще ты боишься, на мушкетерах отобьешься. Сейчас тебе там пацаны богатые денег скинут. У них там каравеллы. Тут я как раз хотел спросить, кто-нибудь проспонсируется суверенитет ацтеков? А сколько тебе надо? Ты еще не мушкетер. Не, мушкетов нет, мы сейчас рыцари, вот. А смысл тебя рыцарями против пикинеров воевать? Мне хотя бы парочку надо апнуть, чтобы городов всех... Один, вообще. Один, 100 монет, значит, тебе надо. 90. Это у меня есть. У них же бонус есть по этим... По лошадям у этих... Бизнесных чуваков, или они как мечники? Я не понимаю, спросил Астека, сколько тебе надо, и... Я пока не знаю. Просто дайте денег, но я не знаю сколько, просто дайте. Качечка, я тебе дружбу кинул. Да? Давай. Да? Чтоб ты не... свои памперсы не менял.
меня нет памперсов, у меня дырка в стуле. И ведро под дыркой. Ты так об этом уныло говоришь, что я начинаю даже верить. Блин, француз так еще как-то города широко поставил. Кумечки тоже. Так. Я строю квадрирейс. Я не уверен насчет войны с качечкой, но квадриремы все равно буду пока строить. Мне строители и квадриремы нужны. Махенджо-Даро. Так, теперь проверим, что у нас тут с городами. Может, мне еще где-нибудь город поставить, в принципе? Ну, тут вот... Да не, мне 7 городов, я думаю, хватит. Нормально. Для развития самое то. Так, библиотека. Мне бы, конечно, уже промышленную зону построить. Да, вот тут нормально будет промышленная зона. Тут, значит, убрать. Ну, блин, надо... А где у меня арбалет? Настроение открыто. Ну как у тебя интересно. О, Стокгольм, здрасте. Андетка, предложение. Так, качечка, ты дружбу не принял. Что началось? Да, не-не-не, ща. Зачем ты мне так меняешь отстек? У меня же только один мрамор. Ты же видишь, что он у меня один. Зачем ты меня обманываешь? Ну, у меня-то соли много. Тебе, по идее, хуже-то не будет от этого. Да, не будет. Ты можешь кому-то другому это выменять. Может, у тебя сейчас жилья? Да, да некому особо. Так, знаете, у меня со всеми дружба. Я сейчас могу попытаться
реально распространить свою религию. Я могу у тебя в дар два железа принять, если тебе это поможет. Ого. Ну. Да, хочешь, надо этим заняться. Мне оно тоже не надо, но я могу тебе таким образом помочь. Какие у нас религии вообще? Если ты понимаешь, о чем я. Дети атома — это у кого? У Грузии. 2, 6, 5 городов. Это отстань железных хочет? Нет, у него 3 железа. Ему, чтобы строить коляски и под карточкой эпаться, надо отдать 2 кому-то. Я готов рассмотреть условия сделки. А что там это? Они морская традиция. А, мне надо кого-то квадриремы убить. Торговый откуда? Путь в Арму. Обращение в веру и Иерусалим. Наемники. Кстати, где у нас? Не, я знаю, что это наемники. Нет, ага. У меня нет. А тогда смысл. Пока нету. Так, понимаешь, что Грузия где-то вот тут. Как в этом месте пишет. Находится. Американец 70 суровый пес. Слушайте, а конец хода что уже не отменить? Уж ходят люди вроде от стек, американец. Не отменить, нет, это такой тоже баг. Куда такая фигня, надо четко походить, потом не отменяется. В всяком случае, у меня. Кто-то бегает тут баудика. Андетка, ты можешь баудику повернуть ко мне лицом? Я хочу посмотреть, фигурка там женщины или мужика. Какая-то. Дедушкин ходу входом смогу. Бежать. А, стоп, я вкрутить могу. Что? Ты мне проход дашь? Нет. А заметку на желтую ГГшку? Я не нашел ни одной желтой ГГшки. Я могу сказать, где? А, типа, заметку на желтую ГГшку? Да не. Тебя ж вон американец дал проход. Я уже с двух сторон к тебе приплыл. Ну что сделать? Мне не нравится, когда тут не союзники начинают смотреть мои так территории. Союз могу дать тебе. Вопрос, нужен ли мне союз? О, серьезно. Это философский вопрос. Не задавайся ты. Немец, рассмотри предложение. Принимаю в дар деньги. Много. Цифру ты отказываешься называть, я так понимаю. Ну хорошо, тысяча золотых. Ну давайте все по 250 ему скинемся. Нет. Ни одна монетка. Мне как бы 1000 жалко просто даже. Инвиктус, ты даешь 250? Ему не поможет 1000 золотых. Ему поможет селитра и 300 монет. Если он выйдет... Могу дать 60. Сколько? 150 уже деньги. Надеюсь, что только не я один даю деньги. Я тоже кинул. Благодарю вас. А кому от стеку, да, надо?
Верно. Видишь, Грей, что творится вообще? Как тут играть можно? Виктор, можете отметку на Антиохию поставить? Там есть Антиохия. В городах у нас. Так а зачем тебе Махенджидара тогда? Я просто намекаю, чтоб ты, ну, Амани убрал с нее. Я хочу быть Сюзереном Махенджидара. Может тут купить рабочую? У меня гордан на берегу и без воды большинство, один только с водой. Поэтому я. Антиохи, ты? Я. Паша, я буду с Антиохи. Ты не уговорил. Я, наверное, куплю строителя за веру. Вроде друга не сделать. Ну, я просто, ну, не понимаю, зачем тебе Хенджи. У тебя нет ничего, чтобы она бахала. Я, похоже, все же это тет, когда это было дико. Я что-то присматривался. Вон, посмотри на ее грудь. Может, накачанный парень. На грудь. Ну, кстати, да, грудь, точно. Но она в очень странной одежде, то есть не очень на Баудику похоже, какая-то римская скорее. Ну, реально грудь нарисовали. Она в спецкостюме для проникновения во вражеский тыл. По-моему, Качечка, ты набрал, что мы близко. Мы довольно близко. Я уже 4 хода плыву в твою сторону, и как-то нифига не видно. Да мы через океан. Ну, через океан это понятно. Ну, 5 ходов плыть, может, 6, не знаю. О, бонус к вере для этого района со священным местом также дает науку. Здорово. А где моя сторона, как ты считаешь? В смысле, твоя сторона? Ну, я налево плыву. Мне больше некуда плыть. Может, ты к Ацтеку плывешь понизу? Я же сверху. Или это бонус за соседство всего лишь? Непонятно. Кстати, вот здесь промышленную зону тоже можно построить. Вот здесь, кстати. Лёша, ты где собираешься город ставить? Вот там, где стоит поселенец. Ну там ладно. Да тут далеко до тебя, извини, горы. Думал, я к тебе веду, что ли? Ну я просто там город хотел поставить, но как бы в трех клетках хотя бы получается будет. Ну да, он бы отвалился просто.
Ну что тут по науке? Начинают американцы отставать. Краков или американцев отправлять? Вот. Есть смысл продолжать? Хотел что и где удалить, я хотел это, хочу промышленную зону поставить вот тут, значит здесь вырубаем лесок. Грей, ты слышишь вообще? Напиши ему в чатик. Антиохия. Потом не мирись с ним потом. Что? Не мирись с ним. Не надо. Пока о мире речи не идет. Пока речь только о войне. Ну вот, хочется ему, что я сделаю. Ты должен победить. Родина в тебя верит. Победить это навряд ли. Может, у кого-то нет, может... У кого будет какой ресурс на обмен? У меня жемчуг есть. Вот у меня костюм. А? У меня был, посмотри. Я только что смотрел, у тебя все по одному. Надо пшеницу собрать и акведук построить в роддоме. Сколько он будет строиться? 23 хода. Ну, это ничего. Караваны отправим. Квадрирема, это еще не галера. Галеру апнуть надо. Зона.
Так, а здесь... Может, купить пока... Стоп, за веру. За веру. Купить за веру строителя. И начать строить амбар. Даже акведук не так много даст. Сколько мне требуется. Так, и продолжаем миссионеров набирать. Как там веры вход у людей? У меня 75 34. У всех остальных не столько. Кстати, грузин взял. Позволяет расходовать веру на обучение монахов-воинов. Когда вы отправляете посла в город-государство, он добавляет в этом городе 200 единиц религиозного влияния. Ага. Так это прикольная штука. Ну, кстати, культуры. Слушай, Качка, что там постоянно жалуешься? У тебя больше всех науки, больше всех культуры. Что ты там ноешь, сидишь? У меня больше всех науки. У американца больше всех науки. У тебя только что было прошлым ходом. Что-то поменял, ты знаешь. У меня 74. И у него, при том, что у него Стокгольм, послы сидят. А у тебя где? У меня нет послов в Стокгольме. Ну, значит, будет сидеть послы. Что ты там жалуешь? Короче, тут Качечка, я смотрю, неплохо устроился на самом деле. Я просто... У меня и центр коммерции, и гавани. После Золотого века у меня не будет всего этого. Что значит и центры коммерции, и гавани? Как это связано с наукой? Я построил центры коммерции и гавани, поэтому у меня очень много науки от соседства за центр коммерции и гавани. Если как это связано с наукой. Так, а Падана. Еще раз, он мне там послов дает, как минимум, но что-то там еще прикольное. А Падана. Два посла. А, каждое чудо будет давать двух послов. Здорово. Надо тогда маяк строить. И отправлять Амани Канди. Да, наверное, надо уже образование открывать, потом стремя. Я не знаю. Что тут с армией? 401. Да, наука с кампусов, ты ученых получаешь. У меня не будет потом.
Слушай, мне надо сейчас куда-то выходить. Выходи из игры, иди на улицу. Лёша, он не... Лёш, этот фантом, он не тебе. Вернись. Да вы издеваетесь. Я, честно, ну, пошёл бы на улицу. Честно, давай. Да на какой домик я пошёл? Ты в тумане войны наводишь на вот этот домик, и там видно, что он горит через туман войны. То есть противник знает, где мой отряд. И бежит туда убивать мой недобитый отряд, который пострадал после захвата домика, своим целым отрядом. Я не могу захватить домик, а он его захватывает. Я пробовал делать то же самое, но против викингов не получается. Славяне — быстрый вызов, у них очень быстро прибегает второй юнит. А англичане, ну, они просто убежали и начинают тебя обстреливать. То есть ты и его домик захватить не можешь, и свой. Там такая вилочка. Но это только против опытных чуваков, так-то с такими обычными чуваками нормально. Алексей, ты футбол записываешь? Зачем мне его записывать? В интернет заходишь, там куча записей валяется. Нет, если бы у меня был видак и VHS-кассета, я бы обязательно записал, конечно. И потом... Нет, так это ж надо тогда за интернет платить. Подожди, у вас нету... Так что тебе телевизор как бы... А, это... Не, ну я не очень люблю... Мне не очень нравятся все эти плееры, все равно встроенные вовнутрь. Мне нравится с компа запустить... И мышкой проматывать потом. Ну, то есть я с компа на телевизор через HDMI или там какие запускаю. Мне все плееры, на которые на телевизоре, которые проматываешь, блин, с пульта, это просто трындец. Так, куда мы его тут отправим? Амани. Канди. Точно в крах. Видите, тут нету производства из-за того, что не построено уникальное здание польское. Поэтому в данном случае будем краков посылать. Как же Грей душит? Что Грей делает? Душит. Ни глоточка воздуха не дает. Душегуб. Про. Открыл второй фронт. Привел туда монахов и мечников. Он еще в Нормандии висели? Ну это... В Нормандии это, наверное, скорее первый фронт. Тут и пляж с песочком. Блин, не понимаю, Качечка, где ты? Уже, по-моему, весь океан проплыл. Открыл. Не скажу, я тебя вижу. Вижу Качечку, вижу. Ура! Я могу подсказать. Не, ну я прекрасно себе представляю, что он где-то справа от Антиохии. Но у него тогда реально какое-то не очень большое место. Нормальное место. Два города в тундре. Я счастлив. Так, Иерусалим, обращение в веру, Канди, морская традиция. Блин, мне некого убивать. Нанять великого флотоводца, проложить торговый путь. Город Дамфрис. Два холма.
Кстати, мне кажется, город. Неправильно, что в ГГшках пишут, кто туда Амани отправил. И что она там вообще есть. По-моему... Ну хотя ладно, то, что она там есть, это предположим, да, она все-таки типа посол. Но кто туда отправил, мне кажется, не совсем правильно. А вы как считаете? Я считаю, все нормально. Кроме того, что Грузия на меня очень сильно нападает. Все еще первый по империи, то есть у меня больше всех жителей, больше всех великим людям. Кстати, интересно, кто у нас театральные площади, ацтеки и... Ну вот я без театральных площадей в данном случае, именно потому что я культуру беру как бы с веры, считайте. Египет. А Египет? Как насчет немножко проспонсировать войну? А слушай, пошел? Кстати, а тебе надо опять давать деньги? Или я просто забыл, это в этот ход был или в прошлый? Нет, нормально, нормально. Мне еще пару сотен буквально. Те, они на месте. У тебя уже мушкетеры есть? А, еще нет. Так, мы в возрождении с Андеткой. Я не знаю, где Андетка. Наверное, в массовом производстве, скорее всего. Так, мне надо привести мою вторую вот эту галеру, чтобы в каравеллу апнуть. Сколько я уже... Ой, это галера, сколько квадрирем? В Дискорде? 4, 5, 6. 6 мало. Надо, конечно, штук 15. Штук 15. Оружейная. Так, а зачем я в порох иду? Стоп. Блин. Опять же, из-за сейвов я же образование уже ставил. В образование мне надо идти. Фига мне, блин, я отключал. Грей, тебя убивают кто-то? Шаг, ведук надо было построить, ускорить. Ну, я вижу, воин. Так, и давайте где? Сделаем. Грей давит не прям как не в себя. Ага. Ну, я бы назвал это упоролся. Не мешай человеку. Упорочка, то ли большая, то ли малая, упорочка. Холмы. Надо вырубать.
Так, тут кампус, наверное, тут у меня будет. Я могу здесь построить шахту. Барьерный риф? То-то у тебя науки столько. Да. Повезло, повезло. Всем бы так. Америки, кстати, побольше. Уж за Америку переживал. В Америке побольше что? Науки. Просто где карточка вы? Стоит пока. Это пока золотой век идет этот. Но да, пока... не надо оправдываться. Я всего как... лишь центр коммерции всего лишь. Сейчас как вставлю карточку. А, ну, Галапагосские острова, это да, не барьерный риф, Галапагосские острова. Ну, все равно. Я не вижу, какие там у города у тебя клетки, но тут я вижу и на 4 науки есть клетки. А рыба на плюс 1. Не, это все из-за Рейны столько много. У меня же там город с Рейной центром коммерции. Там 18 науки дают. Только от этого. Так, что тут с городами? Мне, кстати, надо карточку поставить на... А, где тут? На плюс 2 к жилью. А, я еще ее не открыл. Это как раз дипломатическая служба. Вот это мне, средневековые ярмарки надо. Плюс 2 к жилью, все города с тремя и более. Нормально. Это потому, что ты не воюешь. Ты можешь построить юнитов, подвигать их, повоевать. Ни у кого ресурсов не появилось на обмен. Чем города сильно большие, как людей построить? Слушай, вот ты советы всем раздавать, мастер. Кто? Утка-советчица. Знаешь такое? Не, я понимаю, ты же в Советском Союзе родился. Как бы. Страна советов. Все верно. Да. Сука, разломал корову. Американцы, нафига тебе великий пророк? Тоже веру будешь делать? А я бы не хотел, чтобы ты мне распространял своими миссионерами веру. Ну, ты это поздно сказал. Я уже пришел вот, и ты всеми. Можешь это вот ты вернуть на право этих немцев. Как там союзы отстать? Великий пророк у меня просто появился, потому что у меня не реисничный. Что? Почему? Героического века, я просто не подумал, не стал брать на рабочих, потому что все равно у меня веры нету прироста. Почему бы не основать свою религию? Осталось так. Построить только этот священное место. Ты когда берешь на рабочих, ты же получаешь 30% скидки на покупку. Да, на самом деле я уже потом понял, что еще движение рабочих я же не получил.
Там они по 100 монет всего стоят. На данном этапе, когда тебе там плюс 100, 150 монет, вход 200, может быть. С карточками у тебя, наверное, больше 200 сейчас, наверное, должно. Если бы. У тебя 100 науки, это у тебя как минимум 100 Египет. Монет вход. Египет я тебе послал там. Нашел, Леша, поздравляю. Спасибо. Но это город континентальный. Так у тебя тут приличное место, ты еще... Так это не мое место, это Ацтек. Это город на континенте, а остров выше. Блин. С другой стороны нашел. Блин. Так, а может мне мой уникальный юнит построить? Смотри, какой шикарный город. Дамбартон. Два холма. Хорваты выиграли. Круть. Ну зачем ты это сказал? Я держался. Вот зачем эта информация? Они неплохо это сыграли. Какая разница? Люди хотели посмотреть, попереживать. Знаешь, это как сказать, что в Дэдпуле втором он все равно не умрет. Может тут вырубить эти бананы наконец? Знаете, у меня здесь даже есть свой собственный гюнкерк. У меня тут стоят два мечника, окруженные у утесов двумя воинами-монахами. Надо что-то взять, на, чтобы от чужих городов что-то мне Игре давалось. Не хочет их атаковать. Прям трагедия, что ли? Ну да, они в котле. Варятся. Было бы забавно, если бы они там жарились. У Грея микрофон выключен и наушники. Все выключено. Здесь все включено, а у него все выключено.
иудаизм сильнее влияет. Ну, кстати, можно вот про дом и арму обратить. Производство и вот сюда поставим, чтобы акведук быстрее. Еще одна промышленная зона нужна, но это я в Лодзе построю, наверное, третью. О, вот где мы. У меня задание просто у Канди убить кого-то триремой. Точнее, сделать ускорение морской традиции, а здесь уничтожьте врага при помощи квадриремы. Вот как раз варвары имеются. Блин, я не понял, ты, по-моему, наврал про свой остров. Качечка. Ну вот остров. Что не так? А где остров-то? Я такое ощущение, что Роксбург, Дамбертон, он все на одной. Нет, вот там, где барьерный риф, там проплыв в одну клетку. Барьерный риф или Галапагосские острова? Галапагосские острова. Живи, видишь, камни уже сейчас в Канде, если я, в принципе. Если бы у тебя был проход. Да как-то мимо проплыл. Тут, хотя тут плюс проплыв. 5% от всех реликвий. Блин, о, мой рабочий ко мне вернулся. Это мой рабочий, Грей там бегал до сих пор. Или ты забрал и моего? Он нас не слышит. А, блин. Ну что там, ацтек, тебе нужны еще деньги? Может, тебе счастье вообще надо? Вообще нужны. Давайте скинемся опять. Слушайте, между прочим, мне железо не вернулось до сих пор. Ну все, без железа. Это так очевидно, да. Когда у тебя союза? Это какой-то баг, похоже. Ну явно, что уже 30, больше 30 ходов прошло, как я дал железо. Как насчет союзов там? Нет? 10 ходов у меня до союза. Я сначала, видишь, в наемников выхожу. Ну, так понимаю, Леша, мы не сможем караваны кидать, у нас больше 15 клеток. Ну да, по-моему, мы тут далековато. Я единственный человек, который я могу кидать караван, это ацтек. Либо мне надо ставить город под Грея, под Поти. Наверное, так и сделаем. О, так там и Инвиктус есть. Инвиктус, я не укрепляю завершал религию, потому что я строю храм Махабодхи. Собственно, он мне даст два.
Что делать, собор святой миссионера, посланного на одну больше? Ага, Акилуки Сивани. Вот мне Акилуки Сивани больше нравится. Нет, Леш, я вас не слышал. Ты когда закончишь с ацтеком воевать? Или там упорочка у вас? Да мы тут это, развлекаемся. Ну это однозначно упорка. Вот она цена поселенца на старте. Так с поселенцем-то ничего не случилось. Да, даже попытка, это уже оскорбление грузинского народа. О, 15 игру. Отлично. А, надо больше? Блин, 16 надо, блин. Он обиделся, надо же тоже учитывать. Первый крупный город, я первый до 15. Нет, я пытаюсь развиваться как могу. Из всех. Я строю домик-юнит. Красавчик, перелив. Кстати, такой вопрос. А когда Грузия отправляет Амания, нам вот с этим сверованием, который на 200 веры, когда посла отправляешь, то есть, получается, Амания приходит и 400 вер дает? Слушай, я даже не смотрел, если честно. Стоять, смотри, смотри, если там не вера, там, по-моему, влияние. Это влияние, в смысле, да. Нет, подожди, это... если ты отправляешь посла, ты получаешь 200 веры. Нет, 200 единиц религиозного влияния. Это не вера, это влияние. То есть, этот город начинает вокруг себя... Нет, или в этом городе влияние твоей религии в плюс. Как это будто прикольно. Ты миссионера распылил. Ну типа да, того, да, да. Ну да, ну то есть, смотрите, это получается одно распыление миссионера. То есть приходит Амания, да, 400 влияния этого религиозного, а потом она переходит в другой город и обратно сюда. Это будет там можно же так? Написано, когда послов кидаешь, а не когда садишь Амани. Ну, так Амания дает двух послов. Но он, она... Не, по-моему, не дает. Но не это дает. Она так не работает. Может быть. Выполнили задание Канди, отлично. А че так мощно хивсуры по городу бьют? Может, потому что он на холме? Они знают, что их там ждут шашлыки, отдых. Ну, так там же забав от олигархии, от карточки, а у города-то нет таких забав. Не дожить до мушкетеров. Он этот. О, вернулось железо. Знаешь, нормально делать, тебе должны быть уже мушкетеры. Или это от Канди, блин. Ну вот еще чуть-чуть. Успел, блин, успел поменять карточку. А Окленд случайно нет здесь? Виктор, куда тебе еще городов? Ты неправильно тайцам поставил. Да, скажи. Ну вот смотри, в Магдебурге вижу, видишь, там вот три ресурса. Скот, скот и лошадь.
По идее, между ними будет Ганза, да, на плюс 3. И ставишь чуть-чуть правее трейд-центр, уже Ганза будет на плюс 5. Но это если не забафовать несколькими городами. А ты города далеко ставишь, и получается Ганз не будет крутых. Там ромашку надо делать, если нет гор, из Ганз и кампусов, если есть горы, из Ганза-центров коммерции. То есть ты Ганзу сделал... ставишь... Ромашку сделал коммерции и кампусы. Вот за Германию такая штука не канает. Лучше за Германию делать и не ромашку, а такой треугольничек получается. Ты вокруг ставишь кампуса и ганзы через одну, да? А потом в углы тычешь еще центры коммерции. Там получается по два центра коммерции на ганзу. Ну, как-то так там делается, я так на словах не могу сказать. И забафываешь и от центра правительства, он же дает 1.5, и каждый центр коммерции Ганзи дает не 2, а 2.5. То есть если ты бафаешь его и тем, то там уже получается... Так, 9 ходов, и еще мне надо какие-то у тебя будут. Карту вставляешь, очков. Там выходит по 14, сейчас 16, чудо, 18. Я могу своего крылатого гусара, в общем. У тебя, я так понимаю, не выходим, больше отлично. Ганза есть. Вот такой мини-гайд. Ну, я подсказываю человеку, потому что он, может, не знает, как нам. Да. И вся фишка за Германию, чем сложно, надо поставить города так, чтобы вот спланировать эти ганзы, чтобы они по два коммерции брали и еще кучу ресурсов. То есть иногда там через акведук города ставят, то есть холмы засирают, но чтобы вот так вот работали. Потому что это очень круто, ты в карту выходишь и все, ты уже просто улетаешь по промке. И пофиг, что холмов нет. То есть у тебя 18 ганзов в городе, это уже круто. Так, какие у меня задания на обращение в веру? Это я иду делать. Проложить торговый путь. Кстати, сейчас налево посмотри эту ромашку, как я поставил. Задать крылатый гусар. Берлина. Давай тогда проход. В этом районе банка рынок, отлично. Не, ну ты, наверное, стандартно поставил через один. Три кампуса, три центра коммерции. Ну, это нормально. Инженер. Это вот для любой другой страны, кроме Германии, это хорошая ромашка. Просто за Германию фишка в том, чтобы максимально забафать ганзы. В 3-4 городах делаешь, и ты уже просто вывозишь так, что... Ну, у тебя много получается промки в этих городах и много науки. Ты можешь там пингалу садишь в какой-нибудь из них, читаешь проекты и получаешь профит. То есть там на... Ну, снайпишь ученых. Сейчас у нас нельзя отказываться, но когда можно отказываться, обычно вот так вот снайпят их. На плюс 2, на плюс 4. Школьник все время снайпит их. Еще спамятся. Леша, может тебе проход дать, чтобы ты убедился, что тут остров? Ацтека, 0 очков великих полководцев у тебя вход, потому что у тебя город захватили или у тебя просто карточка была? Разрушен у меня этот военный лагерь. Ну я тут вижу твоего мечника в окружении монахов. По-моему, эти рожи сейчас тут бить будут, да? Он еще поселенец идет. Ну где у тебя мечник? Да, ну, где у тебя мечник? У меня ни в одном месте окруженный монахами мечник. Монахи вообще звери. Знаете, на прокачке они получают плюс 25 к силе в любых ситуациях. Тут бы докачать до второй хотя бы. Блин, стелс покупаешь им, чтобы как подлодки были эти монахи. Так, ну походу мы опять висим, да? Да. В этот раз мы отходили почти 10 ходов. Прошло.
Шит-энтер я поклацал, видишь, походил. Наверное, что-то у меня тогда. Так, позвали Кальчику поиграть, он вам игру сломал. Развали. О, храм Махабодхи, отлично. Так. Проповедовать верование. Кто возьмем? Один посол в каждом городе государства, когда этот город впервые переходит в эту... Ну, так себе. Культура за каждых 5 последователей в других державах. Это прикольно. Наука за каждых 5 в других державах. Деньги. Каждое священное место. То есть еще плюс культура от священных мест. Плюс 2 к вере за каждый город другой цивилизации, следующую вашу религию. Ну вот, видите, сомнения, что брать. Тут бы я, наверное, из зданий все-таки ступы взял. Все-таки один к довольству — это неплохо. Давайте пока ступу возьму, сейчас следующее проповедовать верование, вот тут что. Плюс 2 к вере от каждого города, а тут, понимаете, от последователей, то есть последователей реально будет меньше, а вот 2 веры, я бы, наверное, паломничество взял. Все. Повышу лян. Уникальное улучшение рыбного промысла. Надо строить в Люблине. Универ. Сколько у меня вообще квадрирем уже? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 2 строится. 10, ну мало. Все еще мало. Так. Магнус. Использовался и производство получал. Теперь обратно, наверное, в Познань или отдать столице, пускай тут будет. Так, Леша, бери. Тихо, тихо. Что, я ничего громко не говорю? Ну, и не говори. Так, может, что-то сказать надо? Нет, нет. Лучше не стоит. Блин, теперь мне хочется говорить. Говори. Или не стоит? Как хочешь. О, вышел золотой. Не буду пока гусар, значит, строить. Так, что вообще у нас с религией? Какие тут? Вот Вашингтон не обращен только. Ну и Филадельфия. Филадельфия сама обратится через 5 ходов. Египет, интересно. Это немецкий город? Вау, как странно. Так тут Invictus, оказывается, очень широко расселился вообще. Да, он очень широко расселился. Безбожно, я бы сказал.
И вот иду, а Инвиктуса земли все есть и есть. Так, что-то там ведет. Мы, немцы, любим просторы. Надо тут клетки купить. Ну, а теперь Грей улетел. Пошел погулять. Весь раз урон. Проклята я игра. Ну, я заметил, да. У него юниты походили. Ну, это грузить, естественно. Но на переходовке были за юнитом бежать. Вот, а вот посредине острова пустыня. Ты мог проплывать и увидеть ее кусочек. Петра не построена. Поэтому не понимаю. Ну, построил бы там Петру в середине острова своего. Ну, а смысл? Я ее никогда не построю. Тут нет холмов. Как я ее буду строить? Торговцами разгоняем производство. Зачем мне тратить торговцев на город, который будет давать ничего? По-моему, неплохо. По-моему, отличная идея. Я не понимаю. Вот ты Инвиктусу рассказываешь, что ганзы делать, а сам не понимаешь каких-то элементарных вещей. Видишь? Не, ну ты как бы просто уже скатился, конечно. Цива не твое. Ну, я чувствую, уже старею. Но у меня есть мой протеже, он всех нагибает. Я его штурм. Так. Сколько у меня квадрилем опять? Давайте считать, блин. Каждый ход считаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. У меня уже на 7 науки меньше, чем у Лёши. 7, 8, 9. И не отстал особо. Бог. А что, я лидер по науке? Ну, лидер по науке американец, как бы. Я шотландец лидер по науке. И шотландец. 123-131. Я ставил две карты теперь. Они кончатся. У меня один кампус только. 9 ходов, и вы увидите, что тот, кто разгонял науку кампусами, это Халецкий, скорее всего, то он будет впереди. Я думаю, американец. Может, американец. Да брось, у меня всего 3 кампуса. 3 кампуса? Ни хрена себе. Я тоже хочу 3 кампуса. Ты, вот, ты понимаешь, насколько вот эта проблема, то, что я сделал? Потому что мне надо теперь очень сильно города отжирать. Лишний район. Несложно. Иерусалим стал. Я на это тоже Нет, надеюсь. Не стал еще. Я лям точнул на рыбу. А арма что дает? А, монастыри можно строить. Леша, тут все чудеса еще во все строить параллельно с наукой, я смотрю. Все хорошо. Я не понимаю, у тебя плохо все. Да, все очень плохо. Ты не понимаешь, не представляешь, насколько все плохо. В чем эта плохость выражается? Денег нету, науки меньше, чем хотелось. Так караван ко мне отправляю. У тебя же экономический союз со мной, я не понимаю. Где? Да, у меня ни одного каравана. Да я вообще хочу их отправить, но блин, ну почему у меня караваны не хотят заканчиваться, которые между моими городами идут? Потому что их заново отправляешь каждый раз. Не направляю заново. Я вот за последние 2 часа ни одного каравана не отправил нового. Карточки, блин. Я смотрю, что он детка, что Леша должны быть уже в дипслужбе с карточкой 2-2 кидать друг друга в караван. Я так и хочу. Я в дипслужбе. У меня есть карточка 2-2. У меня есть карточка 2-2, но у меня нету караванов свободных. Ладно, Ацтек. Ты вышел уже? Блин, я не знаю. Ощущение, что играю... В игре, где все потеряли свои умения играть в Циву, что происходит? Просто все что поддаются. Все поддаются, вот тебя, именно, я так и понял. Чтобы у тебя получилось. Чтобы у меня получилось что-нибудь. Все хотят в телевизор, понимаешь? Крей что-то вот не поддается. Как это? Он сейчас как раз поддается. Он вместо того, чтобы развитием заниматься, упарывается. Религию волны какую-то распространяет. Ну, окей, вам он поддается, а мне он... На этом пока все. Продолжение запланировано на завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео.
пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!